Челябинскую область вновь трясет. Сейсмологи зафиксировали сразу серию землетрясений. В поселке Агаповка, по данным Казахстанского национального центра, было землетрясение магнитудой почти в 3 балла. Рядом с Магнитогорском чуть больше 2 баллов, а рядом с поселком Светлогорск почти в 3 балла. Как ранее сообщал челябинский геолог, на стыке 2 огромных геологических плит последние 3 года нарастает сейсмическая активность. Напомним, в феврале сейсмологи зафиксировали новую дрожь земли в Катав-Ивановске. Толчки были магнитудой почти в 3 балла. В позапрошлом году в Катав-Ивановске произошло землетрясение и вовсе магнитудой в 5,5 баллов. Тряхнуло так, что в домах появились трещины, а спустя месяц в эпицентре подземных толчков сошел оползень. С того момента в городе зафиксировано свыше 50 авторшоков магнитудой от 1,5 до 4,5 баллов. На данный момент геологи предлагают увеличить число геофизических станций там, где наблюдаются землетрясения.